Видновская мотобольная команда «Металлург» – гордость Ленинского городского округа и всего Подмосковья. Основанная в 1971 году, она 8 раз становилась чемпионом СССР и 24 раза чемпионом России. Звание лучших из лучших подтверждает еще и тот факт, что большая часть игроков сборной страны – выходцы «Металлурга». Принимать гостей из-за рубежа для видновчан не впервой. Чемпионат Европы по мотоболу «Видном» будет проходить уже в 4-й раз. Надеемся, что и на этот раз это самое соревнование, на которых действительно соревновательность. Там счета небольшие, и неизвестно, кто победит. И надеемся, что будут полные трибуны, как и на прошлых чемпионатах. Это самое интересное соревнование в нашем виде спорта. Планируется, что в Видное на чемпионат Европы приедет 5 стран-участников. Литва, Белоруссия, Голландия, Франция и Германия. Сразу после новогодних каникул основная часть сборной России начнет подготовку к спортивному событию, которое на стадионе «Металлург» пройдет с 6 по 12 сентября. На месте не стоим, немножко изменимся тактически. Мы каждый год что-то новое придумываем. Уже есть много нового в голове. И осталось только это применить, потренировать хорошенечко, выучить. Потому что это много мозоль, много пота. Но это мы сделаем. Все будет хорошо. К концу весны мотобольное поле будет не узнать. Здесь чемпионатом Европы. Здесь проведут масштабную модернизацию. Полностью заменят трибуны. Новые будут с навесом и более удобными сиденьями. Установят большой экран, комментаторскую будку. Замене подлежит и VIP-трибуна. В данный момент трибуны рассчитаны на 1500 мест. В рамках модернизации будет увеличено до 2000 мест, что вполне позволяет проводить чемпионаты уровня чемпионата Европы. Также мы заменим все освещение и звукоаппаратуру, поменяем полотно асфальтового покрытия поля. На всю модернизацию планируется потратить порядка 85 миллионов рублей, а всего на чемпионат Европы из бюджета Ленинского городского округа выделено 110 миллионов. Помимо мотобольного поля, изменения коснутся и другой территории стадиона. Например, реконструкция технического ангара, где во время чемпионата будет располагаться механическая зона для ремонта мотоциклов, а после здесь будут парковаться автобусы видновской команды. Обновят и электросети стадиона, что в будущем позволит здесь проводить массовые мероприятия на более высоком уровне. В день города, который прошел у нас впервые на стадионе «Металлург», мы увидели сложности по подключению электричества ввиду того, что много мест, фудкортов, интерактивных зон. Будет проведена модернизация электрохозяйства на всем стадионе в рамках подготовки чемпионата Европы. Ну и мы думаем, что после чемпионата Европы мы предоставим более комфортные условия нашим жителям при проведении Дня города. Модернизация начнется в начале весны и завершится за 2 месяца до чемпионата Европы. Для удобства гостей во время проведения матчей на стадионе «Металлург» будет расположен фудкорт, стационарные и биотуалеты. За территорией стадиона организуют перехватывающую парковку. К началу главного мотобольного события года мотопарк команды «Металлург» пополнится на 7 новых мотоциклов. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.